Сегодня у нас 4 июля, День независимости Америки. Мы отправились на хайк. Вот тут нас тут предупреждают о змеях. И самое, что красивое, это вот с таким вот видом на океан. Очень много людей приехало на хайк. В общем, это традиционно такой вот американский отдых. Либо делать барбекю на пляже, либо возле бассейна, ну или отправиться на хайк. Мы взяли с нами нашего соседа, вот, и отправились в здоровую дорожку. Ну и немножко вам моего светлого образа. Классно, что от океана такой вот ветерочек и как бы не жарко. Вот, солнце пекучее, очень яркое, но не жарко. Я вся блещу, не видно, а видно. Обмазалась средством защитным от солнца. Слышите? Как трещит. Что это такое? Какая-то трещалка. Вот. Ну, в общем, пока нравится. Силы полно. Посмотрим, что будет к окончанию пути. Ой, боже, вон он побежал. Видите, видите, видите? Эй, ты где? Вот он. А, это приманка? Смотрю. Все, ускакал. Он реально меня заманивает. Все. Красота, красиво. Иду. Океан. Маршруты идут в разных направлениях. Вот один сюда. Потом другой сюда. И вот там вот люди выбрали этот маршрут. И вот все вот эти светлые полосы, это все разные маршруты. Но мы хотим с красивым видом на океан. Нам надо перейти вот эту горочку. С каким видом живут на океан. Наш маршрут составляет где-то 10 миль в одну сторону. Все, приближаемся к океану. Красота. Итак, за 2 часа ножками-ножками мы добрались к океану. Вот, здесь уже идем по асфальтированной дороге. Немножко, конечно, уже устали. Я не представляю, как возвращаться назад. Возле водички так хорошо, свежо. А назад по пеклу идти. На часах полдень. Но мы сделали это. Мы добрались до цели сегодняшнего похода. Океан. Класс, водичка тепленькая.
много людей. Прям с портативными холодильничками, столиками, целыми, я не знаю, шатрами. Приехали.